Всем привет! Очень короткое видео. Это мы находимся в Икее, метро «Теплый стан», Москва. Кто не знает, очень часто спрашивают. Короткий ролик. Почему? Потому что у меня села батарейка на стабилизаторе. Я своего ребенка оставила на входе. Говорю, посиди секунду. Я сейчас вернусь. Не, ну с ним ничего не будет, просто... Бежать нужно, некогда снять, вам показать. Значит, девчонки, мальчишки, в Икее есть вот такие красавцы. Цена им 479 рублей на все фаленопсисы. На самом деле, завоз свежий. Я не могу без стабилизатора снимать, очень высоко все цветы. Но что я нашла? Ну вот, я купила сейчас ту мультифлору. 270 рублей она обошлась у меня, вот она. Я ее завернула потеплее и решила забежать в этот, в Икею посмотреть. И смотрите, что я нашла. Смотрите, какая прелесть. Это бабочка, пилорик. Смотрите, какая губа. У меня такие были в продаже, но бабочек не было. Но была такая расцветка. Они очень красивые. Сзади вот так. Вены у них венозные. Но, конечно, мимо такой я не пройду. 500 рублей, так и быть. Потому что у меня были бабочки, ну, парочка погибла, поэтому собираю. Очень красивая, смотрите. И все-все такие лепесточки. У меня скоро должна такая же зацвести, вот форма цветка такая, но кажется, она желтая. Вот такая. Ну, мимо такой не пройдешь. В самом деле у нее очень такой красивый цвет, насыщенный. И получается, знаете, вот бордовая по бокам окантовка, а внутри вот здесь она прям сверкает золотом. Плохо видно, но очень-очень красивая. Смотрите, какая у нее получается. До чего прогресс дошел? Шутка. Смотрите, я не знаю, как вам показать, мне надо бежать. Вот там, видите, две тычинки. Потом с другой стороны. Вот здесь две тычинки. А вот здесь, не знаю, под носиком есть тычинки или нет, но, наверное, есть. Если есть, то получается тут тоже две. И получается шесть тычинок. Ну, интересная, интересная, конечно, малышка. Я ее забираю. Забираю. Так, еще вам знаете, что хочу показать? Хочу вам кое-что показать. Просто вы скажете, вот зачем тебе такой пилорик. Многие не любят. Но, знаете, вот бывает, вот сейчас в Оби было видео, и вот там пилорик, да, он закрыт, лепестки закрыты. А у этого открыты, видели, как красиво. Так, сейчас я вам покажу красоту. Написано эхмея, но у меня эхмея совершенно другая. Сейчас эхмея. Вот видите, у меня вот такая, у всех такая. А вот здесь я впервые вижу. Смотрите, какая красота. Стоит она, если это она, ну, ценник на ней 1000 рублей, 999. Но смотрите, какая прелесть. Огромный куст. Ну, хотя, да, похоже чуть-чуть. Но по форме листьев, но не окрасом, не вот здесь вот по бокам иголочки. Но она очень красивая. Смотрите, какая расцветка. Сиреневая, синяя, розовая, белая, красный стебель, розовый, вот красный стебель, да? А вот эти синенькие, белые, голубые, сиреневые на розовом. Что-то с чем-то. Так, мой ребенок. Так, Россия. Ну, написано, да, эхмея. Ребята, я не могу сфокусироваться. Я вообще
без рук осталась. Ну, вот такой лес густой. Очень красивый и недорого. Красота. Всем пока. До скорых встреч. Пошла искать своего ребенка. Удачи, люблю вас.